земля высохшая. Здесь тоже такие красивые. Еще пару лет назад, года три назад, наверное, 4, да, здесь вообще были плохие дорожки, убитые, просто убитые дорожки. Газона не было, валялись окурки кругом, грязь была. То есть вообще, а вот тут даже вот этого всего не было. Здесь было какие-то... Что же тут было? Тут был просто асфальт посередине, по-моему. Вот именно с этой стороны какая-то стена была, по-моему, разрисованная. Вообще был обычный парк, брошенный такой. А потом взялись и сделали такую красоту. Не знаю, здесь что-то другое было. Где-то, кстати, у меня ролик должен быть, как мы гуляли здесь до этого. А теперь сюда приятно ходить. Красиво как. Там еще одна дорожка. Осенью здесь, кстати, прошлой осенью мы с вами ходили 2 раза в неделю сюда, когда Дима водил в бэби-клуб. Здесь было очень-очень красиво. Здесь капли. Отсюда, кстати, я в прошлом году хотела отсюда забрать один камень. Большой такой красивый, классный камень нашла. Я хотела его подточить чуть-чуть и сделать из него мыльницу. У меня эти проблемы с мыльницей так и остались. Я не могу купить себе мыльницу нормальную. Но потом я подумала, если вот так вот каждый отсюда возьмет по камню, который приходит сюда человек, то здесь ничего не останется. Все-таки эту природу создавали для нас. Смотрите, еще одна плакучая ива. Здесь он даже протопчен. Красиво очень. Вот если вот так вот мы будем все забирать камни, ничего не останется. Не знаю, я уже который год, наверное, лет 5 уже, я точно не могу никак сообразить, придумать нормальную, вернее, даже и придумать, и купить себе нормальную мыльницу. Не знаю, почему у меня такие проблемы с ней. Хочется, чтобы мыло нормально там сухое лежало себе и все. Чтобы не в луже какой-то. Все никак. Вот он, фонтан. Сейчас дорогу его посмотрим. Короче, блин, теперь нет дождя. Так, это вот у нас областная библиотека. Большая-большая самая библиотека. Самая большая. Блин, пошел дождь, я побежала, хотела в торговый центр вот в этот, думала, забегу. Думал, все, там прям тучи такие реально идут.
А он тут перестал, блин. Ну ладно. Пойдемте с вами на набережную пока. Не хочу идти домой, не хочу прятаться нигде от дождя, но быть мокрой я тоже не хочу. Ну, там такие прям дождевые тучки. Тут дом тоже. Здесь, говорят, квартиры двухэтажные якобы в этом доме. Таких дом у нас, по-моему, в Самаре штуки 2 или 3. Вон она. Областная библиотека. Она большая-большая. Там можно даже заказать книгу, и ее привезут из другого города. Соседнего привезут. Или найдут, по-моему, привозят. Сейчас его, кстати, плиточкой сделали, а раньше он был не плиточкой. А вот есть маленькая библиотека. Есть маленькая художница. Ну, кстати, я ее искала. Есть путемы. Девушка шла, положила к нему. Здесь тут темно. 87-го года. Вот ту я заберу, потом принесу другую. Народ мимо проходит и заглядывает в эту маленькую библиотечку. Один кладет книжку, другой берет книжку. Такой здесь полисадник красивый. А, ну тут даже оно продолжается, если сюда газон посадить. Так, все, ладно, пошла. Иду я здесь не просто так. Там вот был мой садик когда-то. Сейчас там предприятие какое-то. Здесь детская поликлиника моя. В большом кирпичном здании. Все идут вверх, поднимаются, а я вниз. Почему-то мне казалось, что здесь цветами засажено. Но я, конечно, была здесь 7 лет назад. Все поменялось. Тут был мой садик, там дальше школа. Школа моей мамы. Там вот. Ну, мы туда не пойдем сегодня. Мы как-нибудь в другой раз туда. А здесь, оказывается, памятник какой-то. Огорожденный. Раньше не садились. Аллея реконструирована. Честь кого-то муравьи. Кого-то чего-то непонятно.